Под девизом «Возвращение черного» этот ахроматический цвет снова проложил себе путь в дизайн в качестве яркого акцента. Сейчас черный цвет все больше используется и для оформления больших площадей. В этом случае особая роль отводится различным возможностям структур поверхностей, ведь они могут сильно менять внешний вид черного. Многие повседневные аксессуары, например, смесители или выключатели, также подхватывают эту тенденцию, не только помогая создавать черные акценты в дизайне, но и позволяя оформить весь интерьер в черном цвете. За счет соединения различных вариаций черного цвета такое помещение создает эмоционально наполненную атмосферу. Черная древесина привносит в интерьер нотки естественности и теплоту, а черные матовые поверхности, в свою очередь, образуют мягкий плавный контраст. Thank you.